полигон Двоку в районе села Белогорье. На учения прибыли две роты, а также бойцы курса средней специальной подготовки, которые учатся по сокращенной программе 2 года 10 месяцев. Кстати, добирались до места учений двоковцы пешком. Ни много ни мало 32 километра. Пока шли, отражали нападения диверсионных групп, налеты вражеской авиации, а также проходили участки зараженной местности. Тренироваться на полигоне им предстояло целую неделю. Равняйсь! Смирно! Слушай боевой приказ. Курсанты начинают отработку тактики. Это один из основных предметов в училище. Учат главному – навыкам управления войсками. Сокол-10, я Сокол-11. Нахожусь на опорном пункте взвода. На северных скатах высоты плоской. Мои координаты – X-56-00-3, Y-32-48-0. Координаты «Сокол-11» определяют по специальному прибору спутниковой навигации. В отличие от обычной карты, умная техника позволяет вычислить координаты с точностью до 3 метров. Плюс его помощью можно прокладывать маршрут. Он очень удобный, он отображает также и скорость движения. По нему можно контролировать свою скорость движения. Определить свое точное местоположение на местности с помощью координат, как плоских прямоугольных, так и географических. По легенде учений, эта группа должна преодолеть некоторое расстояние на БМП. Кстати, как признались курсанты, управлять боевой машиной пехоты не так уж и сложно. Обычные навыки управления, также любой машины, только вот если в управлении, достаточно, можно сказать, нетрудно. То есть долго учиться не пришлось, да? Нет, не пришлось. После того, как все бойцы заняли свои места в машинах, начинается самое интересное. Задача у нас не допустить прорыва противника, занятия опорного пункта взвода, также отразить его нападение. А это уже работа другой группы. На новейших танках Т-72Б3 занятия отрабатывают курсанты специального факультета. Т-72Б3 создавался в качестве способа бюджетной модернизации имеющегося парка танков Т-72Б. По оценкам специалистов, Т-72Б3 способен на равных противостоять на танковом биатлоне самым лучшим иностранным машинам, в том числе М1А2 из Кувейта и китайским тип 96-99. Вот этот танк Т-72Б3 поступил в Двоку буквально пару лет назад. Сначала его изучили руководители, уже затем теорию в классах прошли сами курсанты. И после стали выезжать вот сюда на полигон. В настоящее время Т-72Б3 – один из основных российских боевых танков. Эти танки – это дальнейшая модернизация танка Т-72. И на сегодняшний день эта машина имеет большую дальность стрельбы, она лучше защищена, в том числе и динамической защитой. Занятия на танках во время нашего приезда проходили две группы. Задача первая – стрельба штатными снарядами по появляющимся и движущимся целям. Это работа второй группы. Здесь курсанты из пулемета поражают наземные цели. У нас задача стрелять с зенитным пулеметом и выполнять 7-й упражнение учебный стрельб по уничтожению наземной цели. И мы выполнили задачу, и цель уничтожена. Как после оценил преподаватель, курсанты обеих групп отработали на отлично. Кстати, Валерий Плотников поделился. Иностранные студенты быстро освоили российскую технику. Данные курсанты хорошо обучены русскому языку и, соответственно, легко обучаются, как и обычные курсанты русской, в смысле, славянской национальности.
Танки – это не последняя новинка, на которой отрабатывают навыки будущие офицеры. Недавно в Двоку поступили новые снегоходы. Да не простые, а самые, что ни на есть, военные. Сборка отечественная. Сейчас машины проходят обкатку, а управляют ими пока только курсанты арктического подразделения. Данные снегоходы уже курсанты проходят практику в северных подразделениях, в частности в арктических бригадах. И недавно вернувшийся взвод непосредственно проводил там занятия и осуществлял вождение на этих машинах. Военные снегоходы от гражданских отличаются. Например, у этих в комплекте лыжи, два запасных бака и даже ручки с подогревом. Дополнительный вентилятор у него идет. Также розетка на 12 вольт. Сиденье с подогревом? Сиденье, к сожалению, не с подогревом. Ну, как бы, думаю, не нужно это. Да? Прокатите? Так точно. Поехали. Thank you.